Привет, я Дельта Артур, 22. В школе, в университете, университет бросил. Снимал клипы. Клипы и порно. Голливудский фильм и порно. Очень дорогое. 8 мгновений весны. Как персонаж мне нравится Эрик Андре, и мне нравится его шоу. Я хочу сделать свою жизнь похожую на шоу Эрика Андре. Себе крутой клип. Я занимаюсь музыкой и видео. Вот это мои направления. Музыка, клипы. Это то, что я люблю. Я уже ношу его 2 дня подряд, но я планирую носить его 365 дней в году. Но кроме тех моментов, когда очень холодно на улице. А так вот я хочу проверить, могу ли я целый год проходить в халате. Если бы она была моей воспитательницей, то я, наверное, бы еще больше трэшевого какого-то творил в жизни, потому что, ну, это очень трэшовый воспитатель. Татуировка на лице, смотрите, как я набил эту татуировку. Я сначала решил набить татуировку на груди. Если она мне понравится, то я в этот же день набью татуировку на лице. Вот моя татуировка на груди. Здесь написано «Grinding for my family». Ради своей семьи. Я ее придумал буквально за пару часов и сразу набил. Я просто листал сайты с иконками, и вдруг мне стрельнула вот такая штука. Я сразу понял, это оно. Сначала думал сделать черный, но нанесли эскиз, и оно казалось как синяк под глазом. Я думаю, давайте сделаем цветным, красным и зеленым. Сейчас оно просто похоже немножко на царапину, зеленый не так видно. Вот. А что оно значит? Оно значит, ну тут много значений, несколько из них сакральных, несколько из них вы не можете понять. Но одно из них это слои реальности, а-ля трансерфинг реальности, по которым человек перемещается. Вот он каждый день, человек делает какой-то выбор, пойти или не пойти куда-то. Потом он делает следующий выбор. И вся его жизнь это как сетка событий, которая распространяется. Но я считаю, что можно перепрыгивать с одного слоя реальности на другой, если ты это захочешь делать. Просто нужно это поверить. Плотный мир, в котором мы живем, он на самом деле менее реальный, чем мир мыслей. И духовный мир, он на самом деле более реальный, чем материальный. И поэтому при помощи мыслей и своего намерения мы можем влиять на материальный мир. Вот примерно это оно и означает. Супер круто, мне очень нравится. Я чувствую себя в своей стезе. Мне дали команду людей, уже опытных профессионалов, там операторы, монтажеры. И мне дали возможность твори, и мне еще дали за это кучу денег. Короче, я вообще вот чувствую себя, что это моя штука, то, чем я хочу заниматься. Раздам долги. Стать супер популярным, самым крутым артистом в мире, заработать миллионы, жить только в отелях и передвигаться по миру только в халатах. Йоу.